Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И огромное спасибо вам за поддержку. Вот то, как мы начинаем свой день, это очень важно. Есть такое выражение, в народе говорят, встал не с той ноги. Но это означает, когда человек, может быть, начал свой день в каком-то дурном настроении. Ну и тогда в делах могут быть проблемы, неудачи, в отношениях, там, какие-то ссоры и так далее. Вот многие люди, чтобы себя взбодрить с утра, ну они делают зарядку какую-то, физическую зарядку. Это, конечно, очень хорошо, но еще важнее делать энергетическую, духовную зарядку. Я расскажу сейчас об очень простой практике. Ну, занимает примерно около минуты, но она позволяет наполниться настолько, наполниться энергией, что весь ваш день, он будет успешным в делах и чувствовать себя будете превосходно в физическом смысле, в плане здоровья. Что для этого нужно? Утром, когда проснулись, лежа в постели, вот не вставайте, одну минутку задержитесь. Почувствуйте свое тело, просто ощутите, как можете. Потяните левую ногу, правую ногу потяните, обе ноги потяните. Руки раскиньте, потяните в разные стороны. Сами можете выгнуться, вот тело вот так вот. Ощутите, что тело ваше наполняется силой, наполняется энергией, наполняется здоровьем. Вот почувствуйте это, вот, как я уже сказал, как можете, ощутите сами. И для закрепления скажите такие слова. Вникая в смысл каждого слова, произнесите. Как день светом наполняется, так и тело мое силушкой да здравием истинно. И после этого вставайте. Можете там физзарядку еще сделать, водные процедуры, там какие-то делами заниматься. И вот в течение всего утра постарайтесь вот это ощущение не отпускать. Вот смысл этих слов из головы не выпускать. Смысл слов вот этого заговора. И если вы будете делать так каждый день, ну или хотя бы регулярно, то вы настолько наполните себя энергией, настолько укрепите сферу здоровья, что многие болячки просто отвалятся или значительно ослабнут. В делах всегда будет успех, всегда будет хорошее, прекрасное самочувствие. И вы непременно доживете до 100 и более лет. Вот такая вот простая, но очень полезная практика. И еще, друзья, вот если у вас есть враги, должники, вот те, кто вам что-то должен, не отдает, и вы не можете решить этот вопрос, немножко соли насыпьте на одну вещицу. И вопрос этот обязательно и непременно решится. Вам все отдадут. Или, по крайней мере, за это ответят. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.